Ребята, привет! Итак, заменил газовые упоры и там крышки багажника, там приобрел новые упоры, старые амортизаторы могли там от них крышка могла там упасть на голову уже. Итак, это на итальянский Фиат. 52 сантиметра длины упоров. Никаких таких болты не откручивал. Есть установочных замков Easy Click. И так на них я установил там. Успел установил новые упоры. Вот тут сюда. Замки с дверкой разбираются и устанавливаются на крышке. Вот, прочность новых упоров 350 ньютон, старых 380 были итальянские. Эти упоры от Гольфа 4, не оригинальные. Упоры, то, что могу сказать. Вот, от Golf 4. Тридцать-восемьдесят ньютонов. До новых встреч всем. Всего доброго.